Доброе утро. Вот банка из-под шампуня, и внутри монеты. Как вы думаете, что это такое? Просто я могу ее вытащить. А нифига, это копилка. А почему копилка? А потому что здесь, вот видите, маленькая прорезь, куда я засовываю монеты. Хотя, вы скажете, какая это нахрен копилка, если в любой момент... Копилка должна так, чтобы ее разбить и в конце концов вытащить монеты, а не так, что ты каждый день можешь оттуда его высыпать. А сейчас я вам объясню. Вот видите, мы открываем крышку, высыпаем, а монеты не высыпаются. А почему? А сейчас я вам расскажу, как сделать копилку из простых пластиковых бутылок. Нам понадобится простая какая-нибудь, ну то от шампуней, а можно взять просто, ну, от шампуня, может, у вас такой бутылочки нету, а вы можете взять, допустим, любую простую бутылку пластиковую. Ну, допустим, вот давайте возьмем вот такую здоровую, которую, чтобы можно было побольше монет в нее накопить. А можно вот и поменьше, вот боржоми есть бутылка. В чем смысл вот этой копилки? А в том, что мы сюда будем кидать только те монеты, которые сюда не влазят. То есть смотрите, если вот у нас есть какие-то 25 копеек, то видите, она туда опустилась. И вот так перевернули, вы назад ее можете достать. Конечно, можно взять, посадить эту крышку на суперклей, сделать прорезь крышки и кидать. Но крышку все равно потом легко сорвать, а потом назад закрутить и оттуда стащить эти монеты. И вы придете и не будете знать, стащила у вас с вашей копилки жена или не стащила пару монет там на выпивку. Поэтому, а сейчас я вам расскажу так, как сделать, чтобы она точно не стащила. Потому что если у вас будет этот бутылка уже поврежденная, вы уже увидите, что там следы пребывания чужих этих рук были внутри вашей копилки. То есть, ну, нужно разобраться с теми монетами, которые вы собираетесь собирать в копилку. Можно их собирать вот в такие всякие баночки. Вот видите, ну оттуда взяли, достали и они пропали. Ну вот, допустим, чтобы они не пропадали, мы с вами сейчас научимся делать копилку из бутылки. Вот смотрите, вот видите, 50 копеек. А 50 копеек в простую классическую бутылку не влазят. Или рубль старый этот. То есть как бы влазят, не влазят. Даже если там сильно рожать, плотно все, вы ее не запихнете. А вам нужно запихнуть, чтобы потом еще и не выпихнуть. Что для этого понадобится? Для этого нужно, то есть крышка для вентиляции, нам нужно взять обыкновенный нож обойный и сделать сверху, только сверху, не в тех мягких местах, где можно так нажать, там как-то выколупать при помощи всего, и сделать прорезь под размер тех монет, которые вы туда впихивать собираетесь. А так как я собираюсь туда впихивать и гривни старые желтые, то значит я сделаю эту прорезь чуть-чуть шире. Сейчас, одну секундочку. Сейчас мне надо его. Так, и делаем мы прорезь вверху, там где жесткая часть, так чтобы можно было потом не вытаскивать. То есть делаем прорезь вот здесь, в этой части, берем жесткую часть и делаем такую прорезь по ширине монеты, по длине. Все, вот я сделал эту прорезь. И теперь смотрите, как у нас получается. Вот, допустим, я беру монету и беру я эту монету. Ладно, придется, надо на что-то поставить, потому что так не будет видно. И я беру эту монету и опускаю в эту прорезь. Так, ну я прорезь сделал поменьше, сейчас, одну секундочку. Все.
И вот я беру вот так эту монету и впихиваю в эту прорезь. Видите? И монета попала сюда. А назад, назад, как бы я там ни старался, там ту монету. Но это, я скажу, что если прорезь не широкая, то вы никак ее отсюда, короче, не вытащите. И таким способом мы можем наполнять каждый день нашу копилочку и знать, что она останется в сохранности. Никто из ваших родственников туда не полезет и не вытащит ваши монеты. И вот так они легко туда закидываются и хранятся. Понятное дело, что можно... А, и вот так. И тут хрен они ее вытащит, потому что диаметр не позволяет отверстие этим монетам туда опуститься. И у вас вот получается офигенная копилка из пластиковой бутылки. То есть заполняете, а потом, когда, понятное дело, что когда у вас это все накопится или уже оно под самую завязку будет, то вы бы просто, что сделаете? Вы просто простым движением ножа вот так срезаете это все нафиг. Вот. Ну, это я вам показал, вы это просто, чтобы вы знали, вот так. И вытаскиваете монеты. Ну, если вы придете и увидите, что оно открыто, вы, значит, будете знать, что у вас монеты вытащили. Потому что она будет или пустая, или поврежденная. И тогда можете предъявлять претензии. Там, ну, кто там у вас там, теща, зять, там, этот. Всем я этот рассказал, как хранить монеты в пластиковых бутылках, копить их, в общем, и смотреть за их сохранностью. Всем всего хорошего, с вами был я.